для меня произведение Платона Юнского к столетию республики, оно обретает удивительную актуальность. У него произведение называется «Великий столетний план». Но самое интересное, Платон Аюнский обозначил жанр этого произведения как «онгулонер олонко», то есть происходящее, становящее реальностью эпоса лонхо. Интересно, да? То есть получается, что он в 20-е годы, в 27-м году, он как на первый взгляд такой мечтатель, но в то же время он опирается на олонхо, на эпос. Поскольку будущее, через 100 лет, ему казалось, что претворяться в жизнь то, что обозначено, написано в олонхо. То есть счастливое будущее, светлое, удивительное. И в то же время, когда прошло время, это произведение обрело пророческие интонации, пророческий смысл. Поскольку все, что Платон Аюнский в этом произведении написал, опять повторяю, в жанре эпоса лонхо, оказалось реальностью. Вот представь себе, он говорил, что будут построены хрустальные дворцы, что улицы города Якутска станут как стрелы прямые и превратятся в такие большие асфальтовые бетонные дома появятся. Он сказал о том, что произойдет то, что когда, значит, к столетию народ Саха и жители республики соберутся в здании и отметят столетие республики, столетие отметят в этом новом дворце здании, в высоком хрустальном дворце. Не говоря уже о том, что он говорил о будущем искусственном интеллекте. Сейчас мы обрели эту опасность будущего искусственного интеллекта перед интеллектом человека, живого человека. Эта проблема, она же возникла. Вот я, даже не мечтая, а как бы пытаясь сегодняшней жизни, своей жизни, реальной жизни, пытаясь понять, что же будет через 100 лет, сразу же возвращаюсь я к своему детству. Потому что, когда я учился в первом классе в деревне Булгунехтат, и когда я со своей сестрой каждое утро к 8 часам утра в такие морозы шел учиться, холодно, далеко, почти 3 километра школа стояла. Я шел и говорил своей сестре, она вспоминает: «Ох, сейчас были бы сейчас дороги, которые сами двигаются». И она так смеялась, и поскольку это было такой мечтой, такой мальчика такого. И вот когда я впервые попал за рубеж, это в 1987 году в Канаду, я в аэропорту увидел эту дорогу, которая сама двигается. И вдруг вспомнил свое детство. Когда из деревни мы ехали на грузовой машине, то говорят, я совсем маленьким ребенком воскликнул: «Когда же будут машины летать?» Поскольку такие дороги были. Это болото, это много раз останавливались, комары и так далее. Когда же будут машины летать? Почему я вспоминаю детство? Я думаю, что надо сейчас, думая о столетии, через столетие, нам надо думать о наших детях. Поскольку заложить в них вот эту способность мечтать, способность воображать этот мир, создавать этот мир. И среди них главным является интеллект. Я всегда различаю такие понятия, как интеллектуальный человек. Это образованный, умный, начитанный, интеллигентный. А есть такое более глубокое понятие, как интеллект.
который содержит в себе душу, вот якуты говорят куцюр, генетическую память народа, память предков, тысячелетий. И в этом смысле нам надо будет для будущего, через 100 лет наши, наверное, праправнуки, они сделать так, чтобы они смогли при искусственном интеллекте, который, значит, уже в эти дни, в это время начинает, значит, становиться, а он тогда через 100 лет станет преобладающим, чтобы человеческий интеллект, душа человека, его, значит, пропамять, его генетическая память, его знания, они были, если не наравне, то чтобы не отставали от искусственного интеллекта. Я уверен, что через 100 лет интеллект человека так возрастет, что это будет воспоминанием о будущем. Поскольку не зря говорил Платон Аюнский, не зря он свое произведение назвал «Оланхо» – «Эпос». Поскольку в якутском эпосе «Оланхо» там написано будущее. Все думают, что это прошлое, а на самом деле будущее. Вот этот уровень интеллекта человека, способность человека преодолевать, значит, пространство и миры, параллельные миры, оно в будущем через 100 лет станет главным, актуальным, и человек обретет это. Вот что будет через 100 лет.